Так, ну что ж, всем привет, с нами DarkSpace196, и мы продолжаем проходить игру Resident Evil 4. Так, вот только я, конечно, не понял, почему она, я же спрятал, в общем-то, и сохранился после этого. Странно. Хотя, в общем-то, какой-то глюк широкой странный. Так, о, нас только здесь ждет этой ферме, зомбачков. Так, видимо, примерно 4 штуки. Так, ну давайте нападать, что ли. Я вас жду давно уже. Так, давай сначала ты, что ли. Так, кто больше, кто, кроме тебя, никто не падает. Так, хотя бы... Вот так тебе, что ли. Только... Так, распага с тебя не вылезет, отлично. Так. Может, никого нету. Так, а вот этих двух стоит снять. Или трех, не знаю. Снайперка попробовать. Патронов мне достаточно. Если, конечно, получится. О! Так, там кто не... Там кто лезет, в общем-то. А, один лезет. Ага, отлично. Не будешь на меня кать перицами. Своими кать глазами. Наперами якать. Думаю, напугает. А не таких кать. Не таких пугал. Так, ладно, что-то я говорю. Напугал. Так, а там больше никого не осталось. О! Кто там еще? Не понял, кто это еще там? Давай вылезай, кать. Давай вылезай, ты где? Я тебя нифига не вижу. А, вот ты где. Черт, не попал тебя. Извини. Вот сейчас первого, второго удара попал все-таки, ладно. Первый раз неправильно прицелился. Ну все, что ли, закончили все. Черт, деньги при этом. Блин, деньги. Эх, не успел собрать. А, ладно. Так, еще один там стоит у нас. Пока он нас не достанет, мы его достанем хотя бы. А, успею упасть все-таки, да. Да, все-таки упаду. Вот, все, кажется, все, кажется, чисто, в общем-то. Да. Можно теперь, наверное, дальше пролезть. Так. Хотя капкан, думаю, надо стоит сводить. Убрать капканы. Не хватало, чтобы кто-нибудь попал в них. Хотя бы та же Эшли. Блин. Еще же не так. Так, еще ящик есть. Надо все капканы убрать. Чтобы они не мешались. Так. Здесь, кажется, чисто. Пока там Эшли нас... Ждет нас. Пока лучше, думаю, и не стоит вылезать. На всякий случай, думаю, стоит все проверить. Соберу все денежки, все, что есть здесь. Патроны. Потравокать. Ну и, конечно, капкан надо будет уничтожить. Ничего вдруг забуду. Какой-нибудь капкан. Она встанет и все. С первого раза умирает. Наверное. Точнее, не помню уж. Все равно, конечно, не хотелось бы этого допускать. Надо капканы все сейчас будет ликвидировать. Уж с помощью ножика патрон тратить не хочу. Патрон еще вдруг понадобится, в общем-то. Поэтому думаю, так сниму их. Да. Да. Мимо них проходишь-то. Ножиком пасть не может никак. Ну все, кажется, в общем-то. Так, надо я что будет. Звать можно уже. Так, ха, прям к собачку. Давай, Эшли, вперед.
Так, я тебя буду прикрывать, в общем-то. Снайперки, если кто хочет. Если появится, если только. Вот я думаю, всех перебил. Так, отлично, молодцы. Пошли-кась. Осталось, в общем-то, немножко дойти до площадки этой кота. Ладно, собьемся на всякий случай. Чтобы никому не повадно было. А, так, поймать надо. Поймать. Точно. Хотя я хоть даже если бы сбил лестницу, не сбил, все равно приходилось бы ловить ее. Так, ну и что, давай помогай, Кась. Сзади откроет ворота, которые у нас до этого не получалось открыть, в общем-то. Без посторонней помощи их попросту не открыть. Отлично, молодца. Открыла. Ну что ж, выходим из деревни как бы почти. Осталось, в общем-то, немножко. Так, ну почти добрались, в общем-то, да. Торговец здесь нас поджидает, отлично. Что-нибудь купим, продадим. Так, а что продать бы, не знаю. Шпинель две хотя бы, наверное. Так, трава я точно не куплю. Лекарства, точнее. 400 тысяч, может что-нибудь улучшить получится. Так, ТМП. А нифига ничего улучшить. Его мощь снайперки пробовать. Так, ну что ж. Да, вот такая вот грустная новость. Вертолет сбили, заразы. Тот, видимо, сбил его все-таки. Но кто? Нам-то неизвестно. Леон? Мир тесен, верно? Я смотрю, президент наградил свою дочь баллистической фигурой. Зачем вы рубите? Ничего не имеет общего между моей фигурой и моим социальным положением. Вы кто такой вообще? Прошу прощения, ваше высочество. Но, может быть, юная леди сама представится, прежде чем спрашивать имя у других? Эшли Грэм, дочь президента. Она... Не волнуйся, все нормально. Ну ладно. В любом случае, должны сперва появиться какие-то симптомы, прежде чем ты станешь одной из них. Подождите. Эшли, Райдер. Ну что ж, время перестает быть тонким. Да, в общем-то, нам придется отбиваться от кучи зомбаков. Отбиваться от кучи зомбаков в доме кикать. И это не так-то будет легко, в общем-то. Так, мне траву хотя бы взять. Так, мне куда-то нибудь отойти попросту. Так. Траву, думаю, надо будет скомбинировать. Так. Ну и ждем, в общем-то. Ждем. Так, откуда они выпрут? Первыми. Пробьют какой шкаф. Интересно. Хотя, наверное, этот. Я его в первую очередь вставил. Он, наверное, быстрее не продержится. Так, ну давайте, что ли, кто там? О, тот прорвали. Yeah.
Черт, сколько вас прет-то? Все. Черт, скотина. Да все отлично, стреляй, блин. Черт, кидайте штопорами. Так, а зеленую траву ты использовал, в общем-то. Так. Давай, давай, стреливай их всех. Крутой гана, крутой кать, парень, ну и сэр. Все кать, сдерживай. Давай, стреливай, кать, я тебе помогу. Скота. Черт! Еще не попал. Ну блин, давай, давай, стреляй. Черт, а. С всех сторон окружают. А, хрень. Еще как плохо дела. Да, скотин ты. Да чтоб ты дери. Все отлично, стреляй, блин, что ты дери. Все, что не прикончил? Надо быстро комбинировать травы. Так. Ладно, восстановить здоровье быстро. Давай стреляй левым быстрее. Точнее, ой. Блин, а да сколько вас будет? Что по зыре? Так, отойди, сэра. Так. Цел. Цел. Черт, еще прет. Да что у вас здесь, сколько у вас там будет переть-то? Надо сбивать лестницы. Вот я бы с этого места. Черт! О! Патроны кончаются, блин. Плохо дело. Так, темпы хотя бы надо применять. Так, давай стреляй, стреляй, что ли. Куда чтоб ты? Не угомонись никак, а. Получай, скотина. Фу, наконец-то. Сдержали мы эту прорву врагов. Они отошли. Ну и что? Будем теперь делать? Мост, через который я попал сюда, разрушен. Так что у нас не было выхода, кроме как идти дальше. Я тут кое-что забыл. Вы идите. Луис. Луис. Ну, в общем-то, вот и все. Конец этой главы 2-2. Так, ну и провалов радует, в общем-то. Без провалов обошлось. Меткость более-менее, бить врагов так, ну, все, в общем-то, нормально, ладно. Это, думаю, закончим эту серию, хоть. Потом был тоже интересный, как предыдущий. Сам был Dark Space 96, всем удачи и до следующих прохождений.